21 января в преддверии Татьяниного дня на катке в парке Малевича пройдет первая ночная дискотека. Ее посвятили Дню студента. Руководитель дирекции парков Одинцовского городского округа Оксана Артюхина пригласила на лед всех любителей катания на коньках и сообщила, что будет много интересного. Для студентов в этот день предусмотрены 50% скидки при предъявлении студенческого билета. Со своими коньками вход будет бесплатным.